понимаю, нахуй, вот это прикол. Здорово, ребят. Вчера у меня появилась GoPro, потому что вчера стали известны все результаты за экзамены. То есть за математику нам было известно 10-го, а вчера нам стал известен результат за ГИА по русскому языку. И все, я сдал с первого раза. Да, ребят, и мне купили GoPro, потому что я сдал с первого раза. И теперь влоги будут выходить на GoPro, и будет все очень круто. В общем, ребят, у меня GoPro Hero 3 Plus Black Edition. И сегодня 17 июня. Я сегодня лег в 5 утра, а встал в 8, потому что мне надо было идти в парк, занимать место. Ну, какой дебил это делает, на самом деле, в 8 утра? Сейчас 12, вроде бы, или меньше. Вроде меньше. И ждем всех, пока все придут, и у нас будет выпускной, так что все интересное засниму. И, кстати, кому интересно, влог, как я сдавал экзамены, уже вышел, походу. Короче, ребят, видео, как я сдавал экзамены, уже на канале есть. Кто не видел, посмотрите, ссылка будет в описании и аннотация на этом видео. И давайте, приятного просмотра, это влог, короче, про мой выпускной. Peace. Кто не подпишется, изнасилует попу. Короче. Короче, в этом месяце, ребят, дофига видео выйдет. Будет обзор на мои новые наушники Beats Studio 2 оранжевого цвета. Я их купил для обработки видео, ну вообще такие. Короче, посмотрите тоже, будет ссылка в описании. Спасибо, давайте смотрим влог, ёпта. Вот здесь тут вид, тут такое полянка, ну как полянка. Место такое, тут вот два стола. И мангал, естественно. Это парк Покровская Стрешнева, про который я снимал видео. На самом деле очень классный парк. Такой видок тут. Вон там пруд. Тут всего три пруда. Пруда. Так что давайте, ребят, самое интересное я засниму. Смотрим дальше. Кстати, ребят, зацените мой прикид. Йоу. Красная толстовка. Фиолетовая. Пола. Ванцы, короче. И черные джинсы. Как GoPro в действии? А, вот, у меня еще кепка же фиолетовая. В общем, такая тема. Тут провод от наушников в пакет. Ладно, давайте, ребят. Ребят, зацените. У меня тут, короче, такая тема. Смотрю, короче, еще GoPro снимает. Самой GoPro экран нет. Дэн, как дела? Нормально. Что скажешь? Не жестко, то, не пробовал? Что? У тебя камера выключена сейчас будет. Я знаю. Она сядет у тебя. Короче, GoPro разрядилась, а мы тут отдыхаем. Вот. Сок пьем. Сок пьем. Ну я-то да, я только сок пил. Мне сегодня, кстати, должны бицы привезти. Сейчас надо их забрать и GoPro подзарядить и обратно вернуть. Я заказал студио вторые, Beats Studio 2, это оранжевого цвета. Обзор будет на канале, короче, посмотрите. И я заказывал на сайте Beats 777. Ссылка на сайт будет в описании к обзору. Давайте, йоу, мы тут отдыхаем. Давайте, ребят. О, Ваня с камерой. Зацените фотку, в общем, что получилось. Это мы, короче. Лол. Это на GoPro. Че еще покажи фотку, которую сейчас. Да там дофига фоток я сделал. Что-нибудь выберу и выложу. Ну не дофига, ладно, вот так вот. Ну вон я. Да ты. Вон я. И все. Стой. Вон я. Да, с камерой. Артем, как сам? Бухать идешь? Пивасик? Попиваешь, да? Попиваешь? Такая беседочка. Вот тут мы отмечали выпускной и отмечаем сейчас. Ну, уже некоторые ребята ушли. Сейчас. Вань! Вань! Сука! Вань! Лол! Меня все любят! Мы тебя вообще без ума! Сегодня холодно довольно-таки. Сегодня вторник, 17 июня. Блин, я честно замерз. Холодный ветер, дождик прошел сейчас довольно-таки сильный. Но на солнце вообще нормас. На солнце тепло. Леха в шлеме Дэна. Че, как нормальный шлем? Да. Нет, что-то не нормально. А вот бэйм Дэна и, в общем, шлем Дэна. И Леха в шлеме Дэна и на бэйме Дэна. Мы просто были в беседке, потому что шел дождь, а сейчас дождь закончился. В общем, небо такое посветлело.
идем на ту поляну, на которой мы и собирались отмечать, в общем, выпускной. Выпускной, ребята, все экзамены сданы. Йо, бич! Блин, жаль, GoPro разрядилось и... Ну ладно, тут тоже нормально, но на GoPro как-то по-другому все выглядит. Отдаленно. Вот тут такой вид. Пойду покажу вам вид, в общем. Полянка тут такая. Сейчас вам покажу, в общем, всю тему. Любви и радости, и ненависти. Лол. Че, как дела, ребят? Вот у меня нормально, я экзамены все сдал. GoPro вчера купил себе. Тут-то, короче, такой видок. Это я. Йоу. Это я. Йоу. Вот. Ну, я так одел сегодня красно-фиолетово-черный. Ну, я вам показывал уже на GoPro. Там все видно. В общем, вот тут такой видок. Красивый, прикольный. Просто офигительный вид. Вот тут прям посидеть можно, заценить такая тема. Прямо на берегу. Садишься и сидишь себе сколько хочешь. Я тут, короче, вот, вид прям на пруд, так прикольное место. О, ребят, вот я что вам покажу, утку. Она сейчас крякнула. Ну ладно, как-то там очевидно. Но она как-то странно крякнула. Уточка. Ох, смотри, дерьмо. Вань, дерьмо. Вау, зеленая. Вань, реально тут дохуя дерьмо. Ну блин, надеюсь, я не испачкался. Ну, в общем, вот утка. И вот такой вид, это парк Покровская-Стрешнева. Но я про него вам снимал видео, но не вам, вообще про него снимал видео, в общем. Поугарали немного так нормально, похавали, сейчас... Что будем делать? Мне... А, сука! Сука, ты видел это? Это как так-то? Предупредил же! Я вляпался в это дерьмо, ребят, но я вам это запишу. Я это не буду вырезать, это смешно. Поставьте лайк, если вы поражали. Ребят, если вам нужен такой бэйм, это фирма GN, весит 10 килограмм. Это бэйм моего друга. За 10 тысяч продает этот бэйм. Пишите мне в ЛС или в ЛС Денису. Ссылка будет в описании на его страницу, на мою страницу, естественно, тоже. Короче, это вынос. Заменен вынос и полностью руль, грибцы или звезда заменена. Звезда, кстати, саут. Некоторые пьют шампанское. Это алкоголь. Шампанское, алкоголь, ребят. Друзей? На улице? Нет, 18. Блин, у меня кепка неровная, меня это бесит. Сейчас. Денчик приехал на велике, хоть и был дождь, но сейчас он уже кончился, сейчас уже все распогодилось, но Дэн сейчас на велике катается, хотя, знаете, он приехал, когда дождь был, вообще просто лил, ливень. Весь грязный, короче, теперь. Зацените, ребят, тут голуби и утки вышли. Офигеть. Птенцы вроде бы, да? Да. Они другого цвета даже. Это как, типа, прикинь, у негров, если бы рождались белые дети, а потом черные бы становились. Или наоборот, у белых бы белые рождались, а потом черными становились. Отдыхаем, в общем, мы. Тут солнышко такое. Все хорошо, в общем. Я в кепке, как у тот, потому что она у меня что-то такое... Вот, ну, все нормально, вот. Ты только сок пил? Да. Я тоже. Мы пили только сок. Прикиньте, нам учителя налили шампанского. Я такой, нет. Вот оно, это... Оно невкусное. Это неправильно. Это хрень. Я вообще не люблю алкоголь. Постоянно, но оно реально невкусное. Ну, шампанское чисто символически за конец учебы. Заставляют взрослых детей пить. Набухивают нас. Ребят, короче, тут написано, берите за собой мусор, но тут пририсовали запятую еще. И букву А, и получилось, уберите за собой мусора. Нормальная тема. Всем привет, ребят. Извините, что влог так резко оборвался, с обрыва прям полетел. Я прям шутник. Угу. Я влог почти обработал, осталось только добавить там кое-какой момент. Чтобы не было переломного момента, я вам вот хочу это сказать. Не обращайте внимания, если что, да, я переехал, я в новой комнате сейчас своей, но об этом чуть позже. Видео выйдет про мою комнату, это в июле или в августе, скорее всего, в конце июля. Вот я все обработал тут, да, все хорошо так, вот.
Вот так выглядит эта штука. Вот получилось на 9 минут 17 секунд на данный момент. Вот, все такое. Время сейчас 3:30. Вот. Кому не видно было, сейчас покажу. Время 3:32. За окном уже светает. Обработал влог я где-то часов, наверное, 6. Если вот так тупо просидел за компом, за окном светает. Все круто. Когда мы уже ушли с выпускного, ушли из этого парка, мы с Денисом подождали, пока мне привезут мои бицы. Вот они, кстати. Потом мы с Дэном решили протестировать GoPro, как она держится на шлеме. Вот. И поехали с одного района на другой. Короче, смотрите видос и встретимся в самом конце влога. Привет. А теперь ты мне не скажешь, что у меня камера разрядится скоро. Теперь тебе надо готовить новую речь. Кстати, я когда вот так танцевал с камерой, то охренительно просто. Ну, итак, ребята, все готово. Вот последний дубль. На данный момент влог получился на 13 минут 18 секунд. Сейчас уже, кстати, не 3:30, а без 15:05 утра. Вот. Нормально тогда. Вот такое хобби сложное. По ночам редактируешь, потому что днем как бы особо-то и не хочется, и времени нет. Редактировать это надо. Я уже сегодня ночью улетаю в Турцию. Когда выйдет это видео, я буду в Турции. Я сделаю так. То есть я загружу это видео на YouTube, но оно будет общедоступно, запланировано. Я выберу запланированное число, когда оно станет само автоматически общедоступно. А так оно будет доступно только мне до 4 июля, по-моему. 27 июня я загружаю видео, потому что я улетаю в Турцию, а через неделю, 4 июля, выходит это видео, потому что, ну, как бы каждую неделю хотя бы надо делать видео. А из Турции я вряд ли смогу выпускать видео, потому что там плохой Wi-Fi. Не знаю, как в этот раз, но он очень плохой. В общем, ребят, все, я обработал влог. Осталось вставить этот последний момент. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылки на все соцсети, в которых я есть в описании к этому видео. Так что добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Как раз вот я в Турции сейчас, много интересных фото под водой, потому что я беру с собой GoPro и
подводный чехол для телефона еще. Так что в моем инстаграме сейчас очень много интересных и красивых фотографий. Подписывайтесь, ссылка в описании. Так что все, ребята, давайте смотреть старые видео. Я скоро вернусь из Турции и будет очень много видео. Это был влог Фани Мандарины. Пока. Здорово, ребят, я Ваня Мандарин. С одного дубля все снял.